Саженцы сирени обыкновенной Шарль Джоли имеют множество сильных сторон, среди которых пышное цветение, морозостойкость, устойчивость к заболеваниям, махровая текстура цветка. В высоту куст вырастают до 3,5 метров. Цветение начинается в мае и продолжается до конца июня. В это время на ветках появляются крупные соцветия пурпурного цвета, издающие тонкий приятный аромат. Высаживать кустарник нужно на хорошо освещенном участке сада. Почва для посадки подойдет плодородная, с достаточным содержанием влаги. Растение обладает устойчивостью перед сильными морозами и засухой, не нуждается в укрытии. Сирень обыкновенная Шарль Джоли – это многолетнее растение высотой 300-350 см. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания сирени прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает сирень обыкновенная Шарль Джоли в месяц май, июнь. Цветы имеют сильный аромат. Лист этого прекрасного растения по форме широкоцевидный. Весенняя окраска листочков темно-зеленая, летом листва темно-зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.